Говорите. С 2006 года у нас рынки Кировоградского, Кировограда, города нашего, да, просто в частных руках. Налоги не идут ни в город, ни в область. Добиться мы справедливости не можем уже. Но мы боремся третий год. С 2006 года эта катавасия идет, но да, вот 3 года мы боремся. Обращались мы к Андрею Павловичу Райковичу, который в курсе дела, что беспредел идет полный. Но он не только идет по Кировограду и области, он идет вообще по Украине, тенденция такая. Значит, Андрей Павлович там сказал, что извините, все отдали в частные руки. Разбирайтесь с ними. Это а с частные кем? Руки. С кем разбираться? ОНУ Николай Леонидович. Ну, а кто это такой? Лариса 21 век. Лариса 21 век. Ну, подружья это... ОНУ. Лариса и Микола ОНУ. Я не знаю просто, кто это. Вот так говорите, будто и знаю. Они как бы бизнесмены. В 2006 году ОНУ был начальником земельного отдела. И раскорели наш Кировоград, понабирал участков и взял на 49 лет территорию нашего рынка в аренду. Вот. Это был 2006 год. Мы на этом рынке покупали за свои деньги модуля, магазины. Сумма шла до 25 тысяч долларов, магазин стоил. От 2 тысяч долларов до 25 тысяч долларов. И потом мы в 2017 году узнаем, что он все приватизировал. Все наши магазины, у него есть право на властность, на наше все. У нас остались только квитанции, понимаете, мы сейчас судимся с печатью 21 век. Ну, нам говорят, это квитанции, мы говорим, за что же мы платили? А нам говорят, это квитанции за то, что вы имели первоочередную аренду на эти магазины. Представляете, это мы тысячи долларов отдавали за первоочередную аренду. Когда мы покупали, нам говорили, что это все ваше будет передаваться в наследство, вашим детям все. Мы купили себе как бы работу на многие годы. Я понял, да. Да, и до пенсии. И нас обманули. Мы ни у кого не можем добиться правды. На нас подают суд и выселяют из рынка. И есть такое решение. Почему? Потому что мы не согласны их договор подписывать. Там договор, я вам покажу. Значит, до 2013 года давался договор, что мы берем аренду, торгевельную площадь под размещением магазина. Потом начали давать договор, что мы берем в аренду магазин, модуль, да, там да, что да, есть. Да. Мы как бы на это особо внимания не обратили. Но все всплыло в 2017 году. Почему у нас всплыло? Потому что нам очень сильно они повысили аренду. На минуточку. Аренда была и так выше всех в Кировограде у нас. И сейчас и они повысили. И мы тогда сбунтовались, и мы уже тогда вскрылись вот эти все подробности, что мы узнали, что это уже не наше, даже по документу. У них право собственности на наши магазины. Короче, нас выселяют. Мы не можем добиться подписания договора. В очередной раз мы отправили 15 августа кучу договоров на подписание, на переговоры. Переговорите с нами, давайте придем к обоюдному решению. Должны с депутатским запытом, у нас есть депутат, должны были в течение 20 дней ответить. Ничего, а ВОЗ и ныне там, они молчат. Так, статуса рынка нет. Бралась под аренду на 49 лет вид размещения рынка. А на сегодняшний день статуса рынка нет, поэтому мы бесправны. Если бы был статус рынка, они были бы обязаны с нами заключить договор. Вот. И футболят нас, Райкович вообще ни разу за 3 года нас не принял. Один раз приехал на рынок, развел руками, я не могу, частная собственность. Какая же это частная собственность? Если земля громады, магазины мы покупали, какая частная Скажите, собственность? Скажите, вы готовы всем рынкам прийти к Райковичу вместе со мной? Ну, не всем рынкам, знаете, ну, сколько вас там смотрите, будет? Что я вам скажу. Изначально у нас было, весь рынок повстал, да, но дело длится 3 года. Ну, понятно. Люди боятся, ключи, разуверились. Да. Мы сейчас дежурим вокруг рынка, потому что нам заливали клеем замки, ломали ролеты, вырубают свет. Вот последнее то, что энергетик рынка сделал, это по приказу администрации, повырывал всем, которые не платят свет. Мы хотим платить за свет, они не принимают деньги, они возвращают деньги через банк. Мы платим, они возвращают. Ну, типа делают нас искусственными должниками. А почему они возвращают? Объясняю так. А подпишите с нами договор. А договор не подписывают. А мы не можем такой договор подписать. Там вообще, я вам дам почитать, вот на досуге ознакомитесь с этим договором. Это кабальный договор для нас всех. Вот нас осталось сейчас около 100 человек. Вот. К Райковичу этой компании мы придем.
100 человек придете? Да. Ну, придете, да, да, я надеюсь, да. Хорошо. Ну, большинство, ну, пусть 80, но мы же не знаем, может, кто-то заболеет. Да. Не, ну, 80 – это не 4 и не 3. Да. Нет, нет, безусловно. Вы понимаете? Да, безусловно. Вот. Ну, вот сейчас недавно было заседание комиссии очередной, выяснить, есть ли статус рынка или нету статуса рынка. Они запыты сделали, но это они уже это делают третий раз запыты. В налоговую, в кадастровый, ну, понятно, отдел, понятно, чтобы узнать. И так оно тянется опять резина. Понимаете как? Вот. А у нас как суды... рынка статуса нет, ни налоги копеечные платятся. Они раздеребанили, все это пораздавали в субаренду типа на мелкие фирмы, прокладочки такие. И все на едином налоге платят там по 200 гривен. Все, налоги идут мимо кассы, мимо бюджета. Ну, касса у них, конечно, пополняется ежемесячно, мы по своим подсчетам, 1,5 миллиона гривен ежемесячно. Да, ежемесячно. Аренда достаточно высокая, конечно. А бюджет получает, если 1/10 даже, наверное, не получает бюджет ежемесячно. Это все уходит. Нет, это наличные черным налом. Мы когда начали бастовать, то мы у них уже требовали документы, квитанции. Сейчас, как бы мы пока в стадии переговоров, мы не платим аренду. Как платится сейчас, не факт, что они дают какие-то чеки, и эти кассовые аппараты, ей были случаи, даже не зарегистрированы. Ну, это профанация такая, это Филькина грамота. Вроде как чек, ну, есть, понятно, и люди берут. Получается, мы третий год боремся, мы третий год не платим аренду, потому что не подписывали с ними договор. Они нас называют халявщиками, дармоедами. И это везде пишут, и везде рассказывают. Вот даже сейчас помощница губернатора сказала: а вы ж в судах. В каких мы судах? Это они на выселение подают суды, понимаете? Mm-hmm. Нас выселить с рынка. Мы люди, которые создали себе рабочие места. Платим налоги. Да, платим налоги, они нас хотят выселить. Понял. Ну, вот такая Хорошо. Ситуация. Ну, видите, губернатор все сказал, в город. Ну, потому что на Хотя мы уже города. Третий губернатор, которому мы пытаемся донести, Кузьмин, потому что, давайте сделаем, если это все-таки город, значит, сориентируемся на следующей неделе, либо через неделю, я сюда приезжаю, Хорошо. Вы собираетесь, да, максимальное да. количество людей, да. и мы идем к Рейковичу. Да. Но только вы узнаете, чтобы он не был в отпуске, чтобы это было для него. Ну, да, узнайте. У нас есть. Просто я сейчас скажу это, да, это выйдет в эфир, но он же не знает, когда мы приедем. Не знает. Вот и все. Будем. Хорошо? Хорошо. Все. Договорились. Спасибо.